Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по онлайн-игре. Называется Криптополис, где нам при регистрации дается одно здание в подарок за 50 тысяч сатош биткоин. У нас тут немножечко изменения. Как бы зашла я в группу на Facebook, почитала. Теперь мы можем нанимать персонал. Найм персонала. Есть наемные работники у нас. Значит, почтальон. Вот еще какой-то. И вот такие вот работники. Ну и расценки разные. Значит, кто не знает, вот мой город. Здание в подарок у меня. Я собираю биткоин. Ежедневно захожу, собираю сатохи. Собрала. Также здесь появляется у нас подарок. Кликаем на подарок, забираем бонус. Далее daily вот сюда нажимаю. Ежедневно захожу. Также вот я уже сегодня зашла, как бы завтра теперь я нажму сюда, как бы тоже активирую. И по истечению 6 дней мне начислят еще какое-то количество биткоин-сатошиков. В прошлый раз я получила 90 биткоин-сатошиков. Неплохо. И также есть еще серфинг у нас. Тоже неплохо. По 14 сатошиков, 14, 14, 11 и по 8 биткоин сатошиков. Можно зарабатывать здесь абсолютно без вложений. А наемных работников создали, как я уже сказала, в Facebook-группе для, ну, как бы это так сказать, малобюджетных, чтобы могли зарабатывать все. То, что я и хочу сделать, купить, нанять одного работника. У меня на балансе есть 10 тысяч биткоин-сатошиков. Баланс для покупки. Сейчас я опять переведу на русский. И нанять. Так, мой город. Найм персонала. Нажимаю. Значит, и вот здесь расценки. Стоимость вот этого почтальона я буду нанимать. 120 дней. 10 биткоин сатошиков. Нажимаю принять на работу. Все. Ок. Наняла. И вот у меня стал один. Вот цифра 1. Один работник. И также мне будет капать монетки биткоин сатошики. И вот здесь потом коллект. И также вот видите, началось собирать. Вот как и здесь вот здание я собираю. Так вот оно одно у меня также. Это у меня тоже здание я собираю. Вот. Ну, здесь можно менять обменник, этот майн-баланс на пуршаза-баланс. Далее вкладочка депозит. Это уже для тех, кто хочет пополнить платежки. Ну и вывод здесь виндраф. Так, где у нас тут вывод? Сюда майн-баланс. Здесь минимум, друзья, 100 тысяч биткоин сатошиков. И не забываем указывать пин-код в настройках. И где-нибудь записать. В принципе, на этом все. Кому интересно, присоединяемся. Не интересно, проходим мимо. Без вложений. Как бы можно поработать. Это дело лично каждого. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.